Эту запись нашли 19 мая в субботу. Тело погибшего так и не обнаружили. Наконец-то пришел домой. Ну, как всегда, 6 дизлайков. О, господи! Не надо! Ты кто? Я пришел за тобой. А я думал, ты Ларин. Ой, чего ты Ларин? Я думал, ты Ферамир. Не, я пришел за тобой. Мы покупатели твои хейтеры твоего канала. Да пошел ты! Мне не нужна реклама! Ай! Я не делаю рекламу! Прости, парень, но мне... Я пришел тебя убить. Зачем? Я ничего плохого не делал, я обычно снимаю видео. Ты случился, вот что. Чего, простите? Время уничтожать. Нет, стой! Нет, давай я тебе хоть что-нибудь выкуплю. Давай я тебя хотя бы выкуплю. Как ты меня выкупишь? Ну, хоть как-нибудь. Черт подери. Парень, давай договоримся. Не могу. Хейтеры дали хорошую сумму, чтобы тебя убить. Так значит, я дам тебе хорошую сумму, чтобы убить себя самого. Ну все, сейчас я стыла сама тебе начали руку. Нет! Зачем ты это? Не надо! Не надо, стой! Прошу! Я не дам в обиду Никиту! Ребята, встаем на защиту! Вот черт, Людескин! Иди сюда, ты, повелитель члена! Повелитель члена! Кусай его! Охренеть! Бракио, давай! Кусай его! Да кого же? Милость, ты самая гиперактивная херня тут! Мой гад! Крок, давай, не отставай! Бля! Да ё-моё! Чё же вы все так быстро умираете? Мышь плюшевая! Ё-моё! Ты кто? Ой, иди в жопу, на! Под задницу! Чувак, давай договоримся про... Всё, детский сад закончился. Как тебе? Чёрт подери! Сдохни! На! Да как же тебя ещё остановить? Погоди, ты же иллюзия! Опа. Где он? Я победил. Отлично. Мать твою мать. Да ну в жопу все это. Удар по яйцам. Черт, подтери. Эй, парень, с тобой все в порядке? А хоть дела нет. Братан. Козёл, на! Чёрт подери! Блин, пятый этаж, не смогу выбраться. Что, Рекс, мы с тобой остались одни. Кисочки! На тебе по жопе твой! На! Эй, ты что творишь? Тебе это все, мое. Давай, подходи! Стой, братан. Все, берем. Черчам собрать. Еще один шаг. И ты встретишь свою покойную бабушку, или кого там вот тебя умер. Тихо, братан, тихо. Все, я лежу. Все.
внимание, все, мы его взяли. В смысле? В смысле взяли? Мы одна банда, которую вот это, мы тебя очень ненавидим. В смысле? Из-за тебя как раз сознает эта банда, чтобы тебя уничтожить. Зачем? И, кстати, мы теперь штурмуем сейчас твой дом. Зачем? Нет, не, тебя, не, не. Чтобы тебя убить. И взорвать эту квартиру навсегда. Не, братан, и, братан. И удалить твой канал навсегда. Ты шутишь, братан, ты шутишь? И потом написать всем твоим подписчикам, что ты их ненавидишь. Да, ты, погоди, погоди, это невозможно, ты же просто иллюзия. Разве это можно назвать иллюзией?